заперта дверь, где же ты, бедная гостья моя? Жду тебя здесь, в этом доме чужом, в доме на клязьме. Первые листья, 10 апреля, вспомни, какое сегодня число, как меня, Боже, сюда занесло. Мачту снесло, кренится лодка, разбито весло. Что же случается, не повезло лодочке нашей. Где наши гости? Не будет гостей, где наши чаши? Не будет вина, да не поседуй, что будешь одна гостьей моею. Я ведь и сам буду гостем твоим, будем с тобой друг у друга гостить. Все-таки грех нам с тобою грустить. Чем одарю тебя в темном бару, листьев зеленых тебе наберу. Пусть они тоже у нас на перу будут гостями. Первые листья, 10 апреля, мы еще вспомним когда-то о нем. В пору иную и вместе ином. Еще песня Левитанского, на этот раз Сергей Никитин. Тоже очень известная. А? Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться. И не уйдешь, и никуда уже не деться. От их внезапной... Ой, извините, я сейчас начну сначала. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться. И не уйдешь, и никуда уже не деться. От этих глаз, от их внезапной глубины. Читаться, Боже мой, всего и дело, что помедлить над строкою, не пролистнуть нетерпеливою рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль неузнанной до времени строки. Все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. А вот глаза, они уходят навсегда, как некий мир, который так и не открыли. Как некий Рим,
Всего и дело, что внимательно глядеться.